С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Сегодня 31 декабря, сейчас утро, и совершенно понятно, ваш праздничный стол уже спланирован. Многие блюда уже приготовлены, остальные ждут своей очереди. К Новому году принято готовиться заранее. Есть целый набор продуктов, закусок и салатов, без которых представить себе этот праздник нельзя. Поэтому сейчас вы наверняка точно знаете, что у вас вечером будет на столе. Но мы так подумали, а что пока не запланировано, не решено? Что можно предложить вам приготовить, не нарушая распорядок дня, в котором каждая секунда на счету? И решили, может быть, у вас припасена курица целиком? Если нет, то ее можно запросто выскочить и купить, а затем, поверьте пока на слово, без особых усилий превратить в изюминку праздника. Обычно птицу целиком готовят для того, чтобы подчеркнуть торжественность и значимость момента. Хрустящая красноватая корочка, пышущее жаром мясо, кульминация застолья, после которой принято возносить хвалу хозяйке или же хозяину вечером. Причем вкус запеченной птицы большого значения не имеет. Главное – труд и красота. Однако, в силу некоторых стереотипов, готовить курицу в духовке целиком решается не каждый. Хотя на самом деле, вспомните американский бренд «Индейка целиком». Огромная, красивая, вкусная птица, при том, что особой специальной техники, ни кулинарного образования у обычных американцев нет. И если они справляются с индейкой, то с курицей мы как-нибудь справимся. И дальше, в качестве новогоднего подарка, я расскажу все, что нужно знать, и покажу все, что нужно уметь, для того, чтобы прямо сегодня на вашем праздничном столе оказалась самая красивая и самая вкусная в вашей кулинарной истории печеная целиком курица. Чи є сенс запікати курку цілою тушкою? Чим відрізняється м'ясо запеченої птиці від страви, приготованої на сковороді? Розповсюджені помилки домашніх кулінарів. Як популярні рецепти заважають готувати смачно? Три варіанти приготування курки. Один з них для найслабших духовок. І на завершення вас чекають правила розбирання птиці, запеченої цілком, прямо на святковому столі. Понимаете, в чем дело? Печеная курица настолько красива, что даже многие повара позволяют себе вольности и очевидное нарушение. Не то чтобы кулинарных правил и табу, а такие легенькие отступления от здравого смысла. Вы смотрите видео, наблюдаете картинку и понимаете, как вкусно выглядит. Вы повторяете рецепт, подаете на стол, и все понимают. Вот круто, горячо, смело и круто. Все правильно. Мы едим глазами. И поэтому стараемся сделать курицу красивой сразу, еще до начала готовки. А потом мы ищем всякие разные рецепты и что-то выдумываем. Груши, апельсины, яблоки. Для того, чтобы смелое, да, красивое блюдо обрело хоть какой-нибудь внятный вкус. В результате долго и рискованно. А на самом деле правильный вариант – 20 гривен и 22 минуты вашего времени, из которых 15 минут – подготовка. Это была идеологическая подоплека вопроса, а теперь к делу. Первый вопрос – а стоит ли? Существует ли разница между курицей жареной и курицей печеной? Все знают, как курица-гриль отличается от жареной, но духовка не гриль. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать отличие результата, мы один окорочок жарим до готовности, а второй – печем. Готовность куриного мяса определяем самым простым и доступным способом. Если сок прозрачный, уже можно есть. Если мясо отделяется от костей, уже готово. Жареное – готово, печеное – готово. Разница видна невооруженным глазом. Печеный окорочок меньше чуть ли не в два раза. Это из магазина, это курица. Половина объема – жир и вода. Печеная курица с одной стороны суше, а с другой – рассыпчатее, что ли. А главное, она почти лишена жира. В печеной курице жира мало, поэтому ее вкус должен существенно отличаться от жареной, если, конечно, вы ее печете, а не тушите.
Печеное означает: не варится в воде, не жарится в жиру и не готовится на пару. Только горячий воздух, этот воздух должен быть сухим. Варианты с рукавом для выпекания, посудой, закрывающейся крышкой, отпадают. Может быть, это и хорошие способы приготовления курицы целиком, но назвать их выпеканием нельзя. Для приготовления печеного нужен противень, курица и горячий воздух, разогретый в духовке до температуры 200-220 градусов. Страшно? Зря. Полутора-двухкилограммовая курица – довольно внушительный кусок мяса. Если мы продержим его в духовке полчаса при температуре 200 градусов, то с удивлением обнаружим, что температура внутри всего 85. Всего-то! Вот давайте разогреем масло на сковородке до той же температуры и посмотрим, сколько нужно будет готовиться окорочку при таких делах. Даже не шипит. При такой температуре окорочок на сковородке не приготовится никогда. Так что не нужно бояться класть курицу целиком в духовку с температурой 200 градусов и держать ее там час и даже более. И вам не нужно при этом присутствовать, не нужно за ней следить. Может быть, раз в 15 минут поливать курицу жиром. Правильная курица никогда не сгорит. Она не горит никогда, если, конечно, вы под влиянием теле и фоторецептов не совершили главную ошибку. Не обмазали курицу сверху специями и приправами. Натереть курицу толченым чесноком, травами и специями, горчицей, не дай бог майонезом. Стандартные фразы из стандартных рецептов. Абсолютная ерунда. Просто так этого делать нельзя. В памяти всплывают красные, щедро обмазанные соусом куры-гриль в ларьках. Но там куры на вертеле. Вертел вращается, и специи сверху не успевают пригореть. В духовке сгорит обязательно. Все специи и приправы либо куда-то прячутся от жара, либо в чем-то растворяются, чтобы не пригорели. Вот главная проблема. Вы обмазали курицу чем-то, выставили температуру 220 градусов, ну как в рецепте, смотрите, горит. Вы снижаете температуру, ждете, пока внешне будет похоже на готовое, разрезаете, внутри сырое. Начинаю раскрывать секрет. Итак, нам нужно подготовить курицу к духовке. И здесь у нас возникает масса возможностей. Обычно покрывают курицу специями и просто кладут в духовку. В принципе, вариант. Хотя в этом случае она обязательно пропечется неравномерно и абсолютно точно будет не такой красивой, какой могла бы быть. Вот у нас тренировочная курица, которая пролежала в духовке примерно полчаса при температуре примерно 200 градусов. Внешне она кажется уже готовой. Но она явно пропеклась неравномерно. Крылышки вот они сгорели. Да? А теперь давайте посмотрим вот сюда. Да? Сейчас я вот ее разрежу здесь. Это сырая курица, замаскированная под готовую. То есть, по сравнению с обычной курицей, жареной на сковородке частями, это точно будет невкусно. Крылышки и шею, если бы она здесь была, можно сразу смело отдавать домашним животным. Ножки приготовятся минут на 20-25 позже, чем грудинка. И запросто возможен вариант, который мы сейчас с вами наблюдаем, горелое снаружи, совершенно сырое внутри. Понимаете, состояние шкурки может вводить вас в заблуждение. Особенно, если вы послушали советчиков и натерли ее специями и приправами с самого начала. Без единого варианта. Просто брошенная в духовку курица сразу ерунда. Намного хуже, чем кусочки, жареные на сковороде. Для того, чтобы было максимально красиво и одинаково вкусно, существует, я даже рискну и скажу, стандартный способ подготовки и упаковки курицы, при котором мы будем делать из нее цельный, единый кусок курятины. Сейчас вы видите, как готовят курицу везде на Западе. Точно так же в духовке готовят индейку, утку, гуся. Если есть шея, нужно убрать шею. Убрать несъедобную часть крыльев. Вы когда-нибудь видели курицу-гриль с шеей? Таких кур не бывает.
И не от жадности, а от того, что легкий дымок от сгоревших кончиков крыльев и шеи гарантированно портит вкус всей птицы. Дальше. У каждой курицы есть деталь, из-за которой происходят конфузы уже непосредственно на праздничном столе. Эта деталь называется ключицей. Ключицу можно и нужно удалить. Вот эти кости. Когда вы пытаетесь разделать птицу на столе, из-за них вся верхняя часть превращается в месиво. Удаляются они, на удивление, легко. С двух сторон возим прямо по кости кончиком ножа. Теперь пальцами подхватываем соединяющую их связку. Небольшое усилие. Вот, вот это и был главный враг красиво разделанной курицы на праздничном столе. Теперь специи. Есть набор специй, которые никогда не испортят курицу. Соль и черный перец, само собой. Может быть, красный перец молотый, паприка молотая. А еще чебрец, розмарин и чеснок. Соль, перцы, розмарин, чебрец, чеснок. Солим внимательно и хорошо, и снаружи, и внутри. По поводу всего остального есть варианты вокруг основного принципа. Все, что может сгореть, нужно либо куда-то спрятать, либо с чем-то смешать для того, чтобы не пригорело. Я уже об этом говорил, на всякий случай напоминаю. Итак, вариант первый. Никаких экзерсисов, только курица и духовка. Чеснок. Поверхность можно натереть чесноком, не более того. Любая попытка оставить кусочки чеснока сверху на курице сделает готовую птицу без преувеличения вонючей. Зубчики чеснока, как и травы, кладутся внутрь, либо прячутся под кожу. Это просто. С этой стороны мы легко достигаем грудинки. Через верх, вот так. Мы добираемся прямо до окорочков. Что интересно, у вас два разных мяса, красное и белое. И запросто можно в одной и той же курице создать два разных вкуса. К белому мясу лучше подходит чебрец. Значит, мы его сюда. К красному идеально подходит розмарин. Значит, мы его сюда. Под кожей травы не сгорят, а упарятся. Наполнят ароматом все, что находится вокруг них. Сок с запахами трав, чеснока, перца пропитает курицу насквозь. Если вы хоть раз готовили птицу целиком, то, возможно, задавали себе вопрос. А что же я перчу? Корочку или мясо? Правильный вопрос. Потому что если вы хотите ароматное мясо, то натрите смесью перцев и чеснока мясо. Корочка свое возьмет. При этом будет именно поджаренной, а не подгорелой. В принципе, курица готова к духовке. Остается только обеспечить равномерность приготовления. Для этого вы берете веревку, бечевку, что есть. Главное, чтобы из натурального волокна. Кладем курицу на спину. Вот так подводим под спину бечевку. И теперь вот так над ножками перекрещиваем, затягиваем. Дальше. Проводим бечевку между остатками шеи и грудинкой. Делаем узел, затягиваем. Еще одним узлом закрепляем. Такая курица, индейка, утка, любая птица приготовится равномерно. Давайте повторим еще раз. Под спину, наверх, перекрещиваем, затягиваем. Между шеей и грудиной узел. Затягиваем, закрепляем.
Первый вариант уже практически готов. В духовке осталось только попротыкать курицу вилкой. Второй вариант. Курица связана по рукам и ногам, только в этот раз специи будут сверху. Сначала натру чесноком. Теперь, поскольку мне это есть, добавлю аромата при помощи вот нетрадиционного, но вкусного компонента – цитрусовых. Так, просто кладем внутрь, не суть. Главное – вот что. Просто поперчить курицу нельзя, перец сгорит. Для того, чтобы он не сгорел, я добавлю в противень жидкость. Для того, чтобы образовалась корочка в условиях паровой бани, а в первые минуты будет именно паровая баня, я натру курицу маслом и приподниму ее над противнем при помощи гарнира. Натираем курицу растительным маслом, сверху, пожалуйста, перчим, солим. Но травы и чеснок все равно нельзя, нужно прятать. Делаю незамысловатый гарнир из, в данном случае, моркови и лука. Хотя тут может быть любой корень и клубень, который вам нравится. Так, укладываем гарнир, на него сверху курицу и добавляем жидкость. Можно воду, можно бульон, но поскольку у нас праздник, я воспользуюсь апельсиновым соком. И, наверное, даже возьму немного белого вина. Так, и второй вариант курицы готов отправляться в духовку. У нас здесь хорошая духовка. Что означает? Она хорошо держит температуру, распределяет ее равномерно, и в ней есть конвекция. То есть там внутри вентилятор, обеспечивающий с одной стороны постоянную циркуляцию горячего воздуха, а с другой стороны удаляющий из печи лишний пар, что и нужно для выпекания. Выбираем режим с конвекцией, выставляем 220 градусов. Курицу ставим только после того, как нужная температура достигнута. Все. Теперь нужно подождать минут 20. За это время образуется та самая любимая всеми хрустящая корочка. Затем мы снижаем температуру до 200, если боитесь, до 180 градусов. И уже при этой температуре курица будет доготавливаться минут 20, 30, 40, зависит от веса. То есть принцип такой. Сначала корочка, затем доводим до готовности. А теперь несколько слов о том, когда, зачем и чем курицу поливать. После образования корочки курицу периодически можно поливать соком из противня или поддона. От этого она становится более красивой, а корочка может стать еще более хрустящей. Почему я говорю «может»? Потому что если у вас в противне только жир и ничего более, поливайте, будет и цвет, и хрустящий. Но если там вода, вино, апельсиновый сок или бульон – не поливайте, ну или не ждите хрустящей корочки. Наоборот, поливая курицу соусом, как в нашем втором варианте, вы убьете корочку, даже если она была. То есть правило такое, если у вас в противне жир, поливайте каждые 10-15 минут. Если не жир, не поливайте. Через 45 минут, может быть через час, курица должна быть готова. Готовность проверяется так. Либо прокалываем и смотрим на прозрачность сока, должен быть прозрачным, либо надрезаем ножку и смотрим на цвет мяса, он не должен быть розовым. Полностью готово. Мясо отстает от костей, корочка плотная, хрустящая. Пора подавать на стол? Нет, нужно немного подождать, дать курице немного остыть, для того, чтобы сок распределился равномерно. После духовки курица, как всякое другое мясо, требует отдыха. Нужно, чтобы сок распределился равномерно. Для этого обычно достаточно 10 минут. Для того, чтобы птица за это время не остыла, ее стоит укрыть фольгой и желательно даже сверху полотенцем. И у меня есть пара минут для того, чтобы описать третий вариант под кодовым названием «Для плохих духовок». Плохая духовка – та, которая недовольна хозяйка. И есть простой вариант, действительно простой, как приготовить печеную курицу целиком с хрустящей корочкой в абсолютно любой духовке.
Связанная курица. Натираем ее маслом и солим. Берем сковородку. А что такое? Это не мухлёж, это технология. Сковородку раскаляем и обжариваем курицу со всех сторон до появления желаемого цвета. Дальше. Плохая духовка плохо печет. Значит, мы обязательно должны поднять курицу над противнем при помощи гарнира. Обжариваем до румяной корочки гарнир. Дальше применяем стандартную схему. Если не уверены в духовке, никакой жидкости лучше не лить. Обжаренные овощи кое-что дадут, с курицы стечет, лишнего не нужно. Теперь выставляете безопасную с вашей точки зрения температуру и до готовности поливая жиром. Неважно, есть у вас в духовке конвекция или нет, хорошо она печет или нет, таким способом все равно получится вот это. Все скажут: как? В твоей духовке такое? А вы скажете: ну, есть несколько секретов. А кто-то спросит: а кто будет разделывать? Вы скажете: ну, давайте я. Павел, у меня сегодня к вам очень важный вопрос, а именно, как не испортить праздничный стол неправильной разделкой курицы? Я объясню, в чем проблема. Когда я разделываю курицу, обычно происходит следующее. Я беру, тяну за ножку и как-то пытаюсь ее отрезать, и шкурка слазит целиком со всех сторон курицы. Дальше, я беру крылышко, происходит то же самое. Хорошо, кое-как я выковыриваю грудинку. Во-первых, всегда получается без шкурки, а я знаю, что должна быть со шкуркой, в идеале. И самый главный вопрос, что делать с тем, что осталось вот с этим каркасом, как его подать? Первое, надо расслабиться о том, что нет красивого способа разделки каркаса. Ага. А что тогда делать? Мы отделяем ноги отдельно, отделяем крылья и отделяем филейную часть вместе с кожей. Курицу можно разделать при помощи ножа. Вот, он должен быть не очень маленький, не очень большой. То есть такой средний кухонный нож и обязательно острый. Или при помощи ножниц. Когда используется нож, когда используются ножницы, есть ли правильный вариант? В принципе, сначала мы используем нож, вот если правильно, подрезать кожицу, чтобы она не сползла. Обязательно нужно это ножом острым. А потом можно все суставы перерезать ножницами. А вот, ну то есть какое-то правило? Курица разделывается ножницами или курица разделывается ножом? Или это кто как привык? Ну, в принципе, определенных таких строгих правил нет. Вот настоящая печеная курица с пылу с жару, от теории к практике. Так, Александр, ключицу вытащили? Первое, что мы делаем, это аккуратненько снимаем веревочку. Теперь аккуратненько. Курица горячая, можно даже проткнуть немножечко вилочкой. Вот так вот, вот. И движением в одну сторону. Вот. Дошли до суставчика. Угу. Вот видите, раз. Так. Ой, как пахнет. Хорошо сделали? Замечательно. Теперь также по ножке. Угу. Перерезаем шкурочку. И вот первые кусочки ароматной курочки есть. Также легким движением. Вот. Угу. Красота. Мы отделяем его от суставчика. Ну. И теперь переходим к каркасу. Придерживая вилочкой, аккуратненько.
Вот мы сняли одно филе. И нарезаем наше филе на несколько частей. Так, чтобы удобно было кушать. Вот это простое, красивое, яркое, вкусное блюдо, без сомнения, украсит любой праздничный стол. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом вас и приятного аппетита!